Спасибо вам большое. Потерпите еще пару минуток, потому что мне доносят информацию о том, что перед входом на аресталище много людей толпится в очередях. Такой возможности не оказалось. Он сам себя ее лишил. Зато, благодаря его усилиям, мы, собственно, видим то, что мы видим. Он делает последний обход для того, чтобы убедиться, что ничего не изменилось, никто ничего не унес, и наоборот, не принес лишнего. За ним, вы видите, маршируют все те люди, которые будут помогать.